Ребят, всем привет. У нас дождь пошел. Сегодня поговорим о масле, о замене и о моих планах дальнейших. Те, кто там меня смотрят, знают, что у меня есть танцы с бубном. Подъедание у меня было, я его немного уменьшил. И я хочу в этом видео рассказать там вкратце и повториться, что было, и немножко о своих планах рассказать дальше. Ну, во-первых, ребят, вот я проехал сейчас 4300, да, ну, 4,5, считайте, на масле. Я перешел с тойотовского 5W30 ради эксперимента, да, перешел на синтетику, хадовскую 5W40. При этом до перехода я промывку сделал. То есть я сделал промывку раскоксовочную, проехал там на ней около 150, там точно не помню, можете посмотреть, у меня эти видосики все есть. То есть я промыл, насколько это было возможно, безусловно, и поменял масло на другое. Значит, до этого у меня, да, я менял там в районе 8000, у меня уходило там 8-9 тысяч я менял, так вот. Наверное, как правило, там ближе к 8. У меня уходило 2-3 литра. То есть после вот этой манипуляции, даже сейчас, да, первой, промывка, переход, сейчас уже я долил всего 1 литр, и я, то есть сейчас со щупом там у меня, я не буду вынимать, она заведенная, и там недавно был видосик, можете посмотреть, относительно недавно. Значит, со щупом там все замечательно. То есть я где-то до 6000 абсолютно спокойно доезжу на доливе в 1 литр, да? И меня этот результат, то есть уже радует, безусловно. То есть я всего долил 1 литр, там на данный момент и я до 6 на нем доезжу. Уже стало меньше, однозначно меньше начало подъедать. Что далее? Вот я хочу сказать дальше. У меня есть два варианта, да, как бы. Я еще окончательно не решил. Либо же я тоже там промою промывочкой и возьму масло 5W30, но возьму японское Идемицу, вот это Идемицу Зепро, да. Либо же вернусь на тойотовское оригинальное. Ну, насколько оно есть. Оригинальное, на такое и вернусь, будем говорить так, да. Я его беру у официалов, то есть у них покупаю его, тойотовское обычно. Но все же склоняюсь к тому, что, ребята, попробую взять вот Идемицу, да. То есть Идемицу еще 5W30. Посмотрю, что будет еще по нему. К чему видосик? Для тех, кто смотрит в первый раз, к тому, что, друзья, там не паникуйте, если у вас 2 ZFE подбирает, они подбирают практически все. Да, есть владельцы, которые утверждают, что у них он не берет, но вы же сами понимаете, есть рыбаки тоже разные. То есть у одного там рыба там вот такая, да, там у другого поменьше. Поэтому рассказываю у всех разное, я вам говорю как есть, то есть если у кого-то не берет, замечательно, я лишь про себя говорю и про то, что слава такая есть за 2 ZFE, они подъедают маслицо. Но это не панацея, как бы не трагедия, и в любом случае я хотел вам сказать о том, что не расстраивайтесь и не бегите разбирать двигатель по запчастям сразу из-за этого. То есть порой, да, конечно, на всех действуют там по-разному, кто-то там иначе промывку делает, кто-то так, кому-то помогает, кому-то нет. Безусловно, друзья, тут может быть много споров разных, но так или иначе, я просто хочу сказать, что разбирать капитали двигатель, ну не капитали даже, да, там делать просто сервисные какие-то работы по нему, для того, чтобы поменять там колпачки, может быть что-то еще, там колечки. Не бегите сразу это делать, потому что, безусловно, это деньги. И порой, даже на 2 ZFE, ну, что даже, то есть 2 ZFE вполне нормальный двигатель себе, и он себя показывает очень неплохо с тем, что вы просто сделаете промывку, перейдете, возможно, на какое-то более качественное масло, да, там. Вот попробую теперь еще японское, посмотрим еще, будет интересно, считаю. И да, планирую тысяч на 6 менять, то есть как
как это предписывает мануал, планирую замену в этот раз сделать 1000 на 6 пробега. Вот так вот. Все, друзья, всем удачи, добра, пока.